Минута, минута для эфира, между прочим. Милочка, напомни, как тебя зовут, новенькая, я не запомнил. Так, внимание, 5 секунд до эфира. 5, 4, 3, 2, 1. Fall in leaves.
Леонора, опять тебе забыл. У меня тут, кстати, кто-то бутерброд оставил, можно съесть? Так по местам, минута до эфира. Давайте, соберитесь уже там. Так, 10 секунд до эфира. Пять, четыре, три. Представителя мужской части населения, который
уже за сколько там минут эфира не догадался сказать ни одного комплимента, когда рядом с ним и такие очаровательные женщины. Он сидит, уткнувшись в свои какие-то там бумаги, размышляет. Вместо того, чтобы проявить какую-то галантность и что-то такое, это просто какой-то неотесанный бушлат. Быдро! Да, Оскар, мы продолжаем наш эфир в порядке. Значит, возвращаемся к нашей теме. Я все-таки прихожу к выводу о том, что, наверное, мужчины и женщины такие разные планеты, они такие далекие, что, наверное, очень сложно соединиться. Да ладно! И разные планеты. А нечего так, блядь! И вообще, это все нормально. Что вы делаете? Мне кажется, нужно просто любить друг друга. Чего вы относиться к стрельбе? Вот эти мы планеты. Дамы и господа, вы меня послушали передачу, звуки и шоу, и что нужно спасать? Посмотрим, что это ха-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